нормально. Дороги везде, ну, для велосипеда, потому что велосипед у них резиновые, а так нормально. Есть где кататься, припарковать велосипед? Ну, в принципе, есть вот такие вот штучки, которые можно припарковать велосипед. Ну, как вот эти вот. Как вообще считаешь, много у нас велосипедистов в городе? Ну, немного. Дорожки есть в парке, кататься нормально. Ну, вообще, часто вам встречаются велосипедисты? Как считаете, велодвижение развито? Да, развито, развито. Велосипедистов много. А вот сегодня вы уже на велосипеде были, вам было удобно? Как по мне, нет. Дороги не очень. А вот парковки там устроены для велосипедистов? Я ни одной еще пока не видел. Не знаю, не езжу на велосипедах. А почему? Ну, нету. Ну, а вот просто, смотря со стороны, как считаете, им удобно? Не совсем. А в чем заключается неудобство? Ну, нет дорожек. У нас в Раменском я люблю кататься на велодорожках в парке, мне там очень все нравится. А в целом в городе есть где припарковать велосипед, например, просто проехать? Да, есть. То есть удобно? Да. Ну, условий однозначно никаких. А так, нет-нет, есть немножечко. А что в условиях не устраивает? Что бы вы хотели, чтобы сделали в городе? Я об этом не задумывалась. Но, наверное, им лучше, у них и спрашивать. Наверное, специально дорожки для них какие-то сделать, я не знаю. Ну, я однозначно, они с нами же вместе. То есть не только в парке, но и по городу? Да, я так думаю, это хорошо. Надо вообще переключаться всем на велосипеды. Потому что уже стало невозможно по городу перемещаться. Везде машина. Так лучше велосипеды, чем машины, понятно?